Александр Музаченко – один из 5 олимпийских чемпионов в России по парусному спорту. Начавший свой путь в Омской детско-юношеской спортивной школе номер 3, приехал на свою малую родину. Наш земляк не забывает о своих корнях и друзьях, которые разделяли с ним его увлечение. Это мой родной город. Это всегда хочется быть там, где прошло твое детство, увидеть тех ребят, которые еще вместе были вот в детской спортивной школе. Олимпийский чемпион поделился, что именно в Омской спортивной школе ему привили любовь к парусу, которая впоследствии стала первым шагом к достижению успехов в большом спорте. Моя старшая сестра, она 10 лет меня старше, ей, наверное, некуда было меня девать. Идя на тренировки, она с собой меня забирала в клуб, я в клубе на попечение боцмана оставляла, и вот, наверное, это все, первые шаги были, наверное, так. А потом это понравилось, потому что, когда ты молодой человек, и ты получаешь яхту, ты рулишь, ты уже капитан целого громадного корабля, наверное, и ты уже вот начинаешь мечтать. У нас были хорошие тренера, это Тюшевы, Виктор Дмитриевич и Владимир Викторович, его сын. Они нас, особенно Виктор Дмитриевич, он научил любить море. Не гоняться, не спорт, нет, а просто вот любить море, ветер, любить парус, ходить под ним, что это, вот, наверное, и сыграло основную роль. Стоит отметить, что в нашем городе очень богатые традиции парусного спорта, заложенные уже 106 лет назад, и детская спортивная школа номер 3, в которой учился Александр, считалась одной из сильнейших. Сегодня ее традиции продолжает Центр парусного спорта. Каждое свое посещение Александр не обходит стороной свою спортивную «Альма-Матер». И на этот раз он встретился здесь с юными воспитанниками центра. Ребята буквально засыпали его вопросами про то, как ему удалось добиться высшей спортивной награды. Ведь в душе многие из них мечтают подняться на олимпийский пьедестал. Мне отлично понравилось разговаривать, хорошо, приятно слушать. Конкретно про яхты, каким образом он победил, что нужно делать. Немало интересного для еще юных любителей ходить под парусом он рассказал и в практическом плане. Советы человека, который на протяжении полувека не изменяет своему увлечению, очень пригодятся начинающим их сменам. Про тактику он же как бы объяснял, как надо действовать на соревнованиях каких-то. Ну, это было интересно слушать, и как бы надо же запомнить. Потом, советы, как бы, чтобы знать, что делать, да. Совет давал, как бы, для соревнований, чтобы быть уже впереди, как бы, соперника своего. Лично мне было интересно, как он победил на Олимпиаде. Также Александр Алексеевич поведал о том, что с годами его любовь к парусному спорту не прошла, и что сейчас он выступает на гоночных яхтах класса «Дракон».